Начав в 2017 году как open-source, проект IoTeX вырос в децентрализованную платформу, расширяющую возможности открытой экономики для машин. Это открытая экосистема, в которой люди и машины могут взаимодействовать с гарантированными доверием, свободой воли при правильно разработанных экономических стимулах. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Благодаря глобальной команде, состоящей из более чем 40 ученых и инженеров, в IoTeX построили свой AVM, совместимый блокчейном с нуля, используя инновационный механизм консенсуса RollDPOS. Запуск основной сети с более чем 100 делегатами по всему миру состоялся в апреле 2019 года. К настоящему моменту сеть обработала уже более 10 миллионов транзакций. Поверх блокчейна IoTeX созданы ключевые инфраструктурные блоки для связи с блокчейном Эфиром, BSK и HECO. В первую очередь это кошелек IOPay и мост IOTube, обслуживающий десятки тысяч пользователей. IoTeX помогает масштабировать DApps на основе AVM без необходимости беспокоиться о высоких комиссиях за газ в сети. IoTeX – это децентрализованный каркас машинной экономики, от устройства умного дома до автономных транспортных средств. Для этого IoTeX создан быстрый, высокопроизводительный и совместимый с AVM блокчейн токен. Он дает необходимые для различных приложений гибкость и масштабируемость. Кроме того, промежуточные ПО и DApps поверх блокчейна помогают разработчикам создавать, например, самоуправляемые устройства, оракулы и другие. IoTeX – это собственная монета протокола. Она управляет базовым протоколом блокчейна и используется в качестве газа. Barn Drop – это название экономической стратегии проекта. Согласно ей, в то время как количество управляемых IoTeX устройства увеличивается, это приводит к дефляции IoTeX. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительную бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или картой. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Кстати, вы заметили, что у Gate.io дизайн изменился? Как вам новый дизайн? Оставьте ваше мнение в комментариях, нам очень интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. В IoTeX есть несколько механизмов, обеспечивающих конфиденциальность пользователей и транзакций. Две самые важные – это кольцевые подписи и надежный код платежа, который скрывает адрес получателя транзакции. Механизмы консенсуса делегированного доказательства доли DPoS работает таким образом. Когда стейкхолдеры голосуют за производителей блоков в сети, количество блоков задано, и после их выбора они отвечают за добавление новых блоков в блокчейн. За это они получают вознаграждение, которое они могут раздавать проголосовавшим за них стейкхолдерам. Это стимулирует производителей блоков продолжать работу, а стейкхолдеров продолжают голосовать за производителей блоков. Помимо этого, поверх блокчейна IoTeX работают модули промежуточного программного обеспечения Decentralized Identity, Confidential Computing и Secure Hardware. Они помогают работать автономным устройствам UCAM и оракулам данных. UCAM был развернут в 3000
тысячах томах и продолжает расти. Pebble был сначала запущен для 300 разработчиков и позволяет DApp соединять физический мир с криптовалютным миром. Это могут быть реальные NFT, погодные деривативы и машинное обучение как майнинг. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ройстиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.